самодельная небезопасная лестница или обходной путь протяженностью более 3 километров. Именно такими способами еще недавно можно было пройти к школе номер 134 из жилого комплекса «Арсенал». Мы подумали, что можно сделать, написали письмо в администрацию, депутатам. И, в общем-то, ответ не так долго заставил себя ждать. Произошла первая встреча рабочая на месте. Поняли, что проблема действительно существует. И что хорошо, что, в принципе, и с одной стороны, и с другой стороны было желание сделать эту лестницу. Жители обратили внимание на эту проблему в инстаграме губернатора и главы города. После администрации Свердловского района начала обустройство лестничного спуска, благодаря чему в ближайшие дни родители с детьми смогут в безопасности добираться до образовательных учреждений. Прорабатывались различные варианты, тем не менее остановились на строительстве полноценной лестницы. Сейчас мы присутствуем в момент, когда элементы этой лестницы начинают возводиться подрядной организацией. Окончание работ по устройству лестницы на этой неделе. Подрядчик начал свою работу 3 октября. В этот день были установлены опорные столбы и площадки. В течение выходных были сделаны ступени и поручни. В ближайшие дни будет установлен пандус и завершена работа по строительству спуска. Валерия Ермакова, Диана Морякова, Александр Королев, Ветта-24.